Азербайджанские военнослужащие свободно проходят в армянские населенные пункты. К примеру, по свидетельству очевидцев, совершают покупки в супермаркетах Степанакерта. Об этом написал на своей странице Facebook руководитель аналитического центра Энакен Тигран Абрамян. Он отмечает, что это происходит в сопровождении российских миротворцев, однако в данном случае это мало что меняет. Никол Пашинян, не хочу говорить ничего другого, но у тебя есть хоть немного совести. С твоего ведома эти люди, как ни в чем не бывало, делают покупки в наших магазинах, написал Тигран Абрамян. Между тем, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу считает, что российские миротворцы делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе. По его словам, введение в зону конфликта российских миротворцев позволило нормализовать обстановку в регионе. Условия подписанного трехстороннего заявления о прекращении огня соблюдаются. Отметьте, что наши военнослужащие действуют профессионально и делают все, чтобы в регионе сохранялся мир, сказал российский министр. В свою очередь, заместитель начальника Главного управления организационно-надзорной деятельности Министерства юстиции Азербайджана Сюбхи Казымов в прямом эфире на странице ведомства Facebook заявил о том, что в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции входит город Ханкенды, Шуша, Зангиланский, Хаджавенский, Хаджалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский, Джабраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы. Он отметил, что предпринимаются необходимые шаги для организации деятельности управления по всем структурам.